Катрина, чем порадуешь? Пока нечем, Ваше Величество. Эти крузиксы мешают достать ядро вашей планеты. А их я даже в бронекостюме победить не смогла. Вы же знаете? Так сделай новый костюм. Из самого прочного металла во Вселенной. Мегаброниума. Из него были созданы доспехи моего врага, адмирала Рекса. Я думала, что это просто легенда. Доспехи существуют. Я лично их видел во время нашей последней битвы. Найди их. Координаты я тебе сообщу. Это все, конечно, хорошо, но как мне до них добраться? За космической чертой рубит всякий самурай. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Что делаешь? Очередной учебный проект. Очиститель воздуха. Лучше бы свою броню чинил. У тебя есть броня? Ну да, была. Только сломалась во время схватки с гарпией. Но зато у меня скоро будет новая. Ого, крутая. Над прочностью надо еще поработать. Мне бы металл покрепче. А знаешь, я как-то проездала свалку космических кораблей и, кажется, видела там корабль адмирала Рекса. Самого Рекса? Ага. Это же значит, что там могут быть его доспехи. Легендарные доспехи из мегаброниума! Самого прочного металла во Вселенной! Так чего мы ждем? Летим! Мы принесли детали, которые ты просил. Крутяк! Теперь для очистителя воздуха есть все, что нужно. Вот инструкция, вы справитесь. А вы куда? Да мы быстренько смотаемся на одну космическую свалку. Да не волнуйся! Семка мигом домчит нас туда и обратно. Что? Семка? Моя Семка? Неужели я увижу корабль самого адмирала Рекса? Нам про него рассказывала директорша Кайзер. Даже не верится, что здесь когда-то кипела жизнь. А теперь ни души. Пираты. Кадеты. Бросить их в трём. Эй, а как же инструкция? Я и без нее все помню. Та-дам! Ой. А покажи еще раз инструкцию. Тут и сидикло. Вот если бы у меня были доспехи, как у Рекса, я бы этим пиратом... Нас решили скормить монстру! Тянучка? Ты как здесь оказался? Кто? Когда Горпия забрала гор моей суперсилы, я больше не хотел быть обычным гордом.
Эта команда обещала мне космические приключения. Но это Аказагар пираты. И теперь швабры, тряпка и пол — все мои приключения. У-у-у, пират Гор. Слышал, вы ищете доспехи адмирала? Зря, Гор. Пираты тут все перевернули. Их нет. Серьезно? Они думали, что самые прочные в мире доспехи будут лежать у всех на виду? Да, вот директор Шикайзер хранит свои доспехи в тайном шкафу. Наверняка на таком огромном корабле тоже есть тайники. Я могу вас освободить, Гор. Только спасите меня от этих пират, Гор. Сюда, Гор. Команды, Гор? О! Спасибо, Гор, за доспехи. Сними меня с там самым сильным злодей Гор во вселенной. Размечтался. Крутиксы тебя остановят. Если узнают. Нагрузка на двигатель Максима, Гор. Есть. Корабль самоуничтожится через одну минуту. Вот ведь подлый гордёныш! И вам, Гор, всего наихудшего. Кажется, все. Ты уверен? Мы тут головы ломаем, а Зики там развлекается! Эх, в ловушку попали! Доспехи упустили. Надо было взять свою броню. Недоделанную, правда. Доделаешь, когда вернемся. Но как ты... Да, у этих пиратов наручники некачественные. А, пиратские. Тот же символ. То, что я думаю? Да, это то, что я... Что мы искали? Корабль самоуничтожится через 40 секунд. Мы не успеем улететь. Успеем? Только надо придумать, как погасить взрыв двигателя. Это же самый крепкий металл во вселенной. Кажется, у меня есть идея. Не настоящие! Лети назад, Гор! Молодец, Зиги! Жаль только, что пришлось пожертвовать доспехами. Да. Ничего, мы придумаем, как сделать твою броню крепче. Я помогу. Да ладно, ты и так помогла. Без тебя я бы не справился. Здорово, что у меня появился такой друг. Я же должен помочь друзьям! Ну вот, успели. Что? С моей съемкой! С
с ней все в порядке. Простите, я не должен был вас бросать. Сейчас я все исправлю. Так, собакен, хватай аппарат. Зачет вот-вот начнется. Так вы нашли на этой свалке то, ради чего летали? Да, нашли, но тут же потеряли. Сейчас я тебе все расскажу. Как только мы сели, на нас тут же напали пираты. Суперсила – это супермасса, умноженная на… Точно! На суперускорение! Прости, Шустрик, я не могу с тобой поиграть. Надо готовиться к астрофизике. А я астрофизику у Шелла списал. Теперь можно и… На обед! Приятного мне аппетита! Прости, Шустричек, у меня сейчас совсем нет времени. Надо моноудвоители поменять. Шустрик, ты-то мне и нужен! Этот 3D-принтер может напечатать что угодно. Вот, попробуй. Извини, не сейчас. Теперь мне надо изобрести 4D-принтер. А давай напечатаем тебе друга, чтобы было с кем поиграть, пока я занят. Крутяк! Крутиксы, срочный вызов с планеты Плюм. За космической чертой рубится самурай. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Да, этот метеорит наделал больше бед, чем мы думали. Мы очень устали, Кло. Без вас не справлягур. Мы поможем. Без крыши над головой не останетесь. Ну, или останетесь. Сон. Ух ты! Молодец! С такой командой в два счета управимся! Крутяк! Шустрики! То есть крутиксы вперед! Спасибо, Гор. Как мы можем отблагодарить, Кло? Давайте
Устроим вечеринку. Справились? Крутяк! Не сейчас, Шустрик! Нам надо вечеринку спланировать. Ты переживал. Шустрики, пожалуйста, остановитесь! А ну, товарищи роботы, прекратить хулиганить! Все, веселью конец! А на каждую крышу мы повесим фонарики! Стоп! А где крыши? Эй, прекратите все ломать! Бежим! Крутиксы? Директор Шикайзер? Вы прилетели нас спасти! Мои приборы уловили на плюме энергию черной планеты. А у вас здесь что происходит? Шустрик своих клонов оживил! А? И они начали все крушить. А? Но у нас все под контролем. Бей, робогор! Они ответят, клон! Наконец-то! А блохастый где? Директор Шикайзер! А теперь рассказывайте, что случилось с Шустриком. Его копии такие же, как он? Да, милые, игривые. Ага, я и первого клона ему сделал, чтобы было с кем поиграть. Шустрик, я знаю, ты здесь. Выслушай нас, пожалуйста. Ты просто хотел поиграть. А нам вечно не хватало на тебя времени. Но теперь все изменится. Обещаю, я буду играть с тобой каждый день. Ну, после обеда. А я в любое время. Прости нас, Шустрик. Шустричек. Друзья! Он что, говорящий? Ну, дальше они справятся сами. А кто ответит за домикло? А? Спокойно, сейчас все исправим. Есть идея! На старт! Внимание! Поиграем!
А можно, Кло, их оставить? Мы их воспитагор. Что скажешь, друг? Только, пожалуйста, не забывайте с ними играть. Кажется, я нашла, что излучает энергию черной планеты. Это же спасательная капсула Карины. Это наша новая подруга. Она убегала от гарпии и потеряла суперсилы. Гарпия. Так вот откуда энергия. Понятно. Берегите Карину и помогайте ей. Это тупик. Что же мне делать дальше? Вот это кабинет настоящего супергероя! Интересно, зачем Янга нас вызвал? Чтобы отправить на супергеройскую миссию, конечно же! Мы с Шустриком как раз изобрели новый крутой гаджет! Шаромет! Молодец! Да, крутяк! Шустрик, да не воздушные шарики! Другие! Ого! Какие вы артистичные! Это пригодится вам в новой миссии. Акула! Никак не привыкну. Вы сказали, новая миссия? Что нужно делать? Нужно сделать самую важную вещь в жизни каждого супергероя. Завируситься! Не хочу вируситься. Мы привитые. Ай, да я не об этом. Нужно снять рекламный ролик и прославиться на весь космонет. Когда Янга с вами, Вселенная в безопасности. Даю Янгарантию. Крутяк! За космической чертой рубится кислород. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Как вам костюмы? Крутяк, да? Мы снимем лучший видосик во Вселенной! Шустрик, мотор! Ну как? Все отлично! Ну давай еще дублик! Руби, соберись! Приземляться надо эпично! Пойми, наш ролик должен поразить Янга! Ну и всю галактику. Отлично, Рой! А теперь одной рукой! Крутяк! Очень хорошо, Зиги! А давай еще дублик! Ну как? Получилось? Классно, но...
Как-то не по-супергеройски. Ладно, Шустрик, нас ждет ночной монтаж. Орешек Студиос представляет: когда вселенная в опасности, на помощь приходит команда настоящих супергероев. Сверхзвуковой кот бегает со скоростью звука и света. Улетная белка парит в космосе без корабля и без скафандра. Могучий пес поднимает целую планету, и это только одной рукой. И непобедимый железный чемпион с самой крутой броней во вселенной. Команда супергероев Крутиксы всегда на страже вселенной. Ну, как? Буря! Водоворот! Цунами! Я знал, что вы крутые, но чтобы настолько... Но это вранье! Я не летаю в космосе без корабля. Рой не поднимает планеты, а сон... А чего сверхзвуковой? Я и быстрее могу. Ну да. Это не вранье, это спецэффекты. Зато видео верняк завирусится. Я его уже загрузил. Да, и его смотрит вся галактика. Молодец, железный чемпион. Может, мегаскоростной кот? Или гиперсуперскоростной? Мастер Янго, тут вас ищут. Да? Я единственный настоящий железный чемпион. А ты присвоил мой титул. И правда, железным чемпионом называют победителя турнира по киберрестлингу. И это я. Хочешь получить титул? Победи меня в честном бою. Один на один. До разрушения брони. Сразись лучше со мной. Да, сразись лучше с ним. Мне нужен только он. Зиги, ты что, правда собираешься с ним драться? Ты, конечно, можешь отказаться и признаться, что Крутиксы наврали. Вообще-то, Крутиксы не врали, только... Так ты признаешь, что это неправда? Ну уж нет, я буду драться. Не волнуйся, у меня есть план. Отлично! Мы пригласим зрителей и устроим трансляцию боя на весь космос! И пусть победит сильнейший! Сегодня на арене Баул бой века! В поединке сойдутся железный чемпион и козец Зиги! Спасибо, Шустрик! И шоу начинается! Кажется, у нашего котята проблемы. Чем же он ответит? Похоже, Зиги нас еще удивит! Железный чемпион может быть лишь один! Жулик! Зиги!
второго чемпиона! Сейчас достанется! Нет, так нельзя! Спасибо за бой. Это было круто. И нечестно. Но в итоге ты сделал правильный выбор. А? Не броня делает тебя крутым, а твои поступки. Янга, простите меня, пожалуйста. Я поступил не по-геройски. Зато ты понял, ни один ролик не стоит того, чтобы врать. Главное, чтобы теперь не объявились улетная белка, могучий пес и сверхзвуковой кот. Значит, надо снять новый ролик. На этот раз честный и еще круче. Да! И в нем я буду гипер, мега, супер кот. Привет! Мы Крутиксы, кадеты из Звездной Академии. Привет, меня зовут Карина. Мы нашли тебя на Плюме и спасли. Ну, что с тобой случилось? На меня напала гарпия. Больше эта железная курица тебе не навредит. Мы с ней разобрались. Вы крутые! Вот бы мне стать такой! А это идея! Учись с нами в академии! Только для этого нужно пройти вступительные испытания. А они сложные? А вдруг у меня не получится? Не волнуйся, мы будем рядом! Если что, поможем! На это я и рассчитываю. За космической чертой Рубисики самурай. Никто не знает, что их ждет, но в стенке двигатель ревет. Кандидат в кадеты Карина, вас ждут 3 вступительных испытания. И первое – затащить гири на горку. Приступайте. О, Крутикс, а вы что тут забыли? Поддерживаем нашу новую подругу. Ну, Крутиксы, покажите, какие вы хорошие друзья. Ей точно нужна наша помощь. Ну, Зиги, смысл в том, чтобы пройти испытание самой. А если Карина провалится, что с ней дальше будет? Лететь ей некуда. Гарпия уничтожила ее планету. Ладно, давайте поможем. Ага, Шустрик отвлечет директоров, а мы... Шустрик еще маленький, он один не справится. Ладно, я пойду с ним, а вы помогите Карине. Директорский перекус.
Со шпинатом. А побольше нету? Момент. Для этого у меня есть луч роста. Вот это мой размерчик. Спасибо, кадет Зиги. Начинайте. Ну и где эти суперпомощники? Давай помогу. Смысле? Ха, умно. Переходим к следующему заданию. Второе испытание. Составьте правильную химическую формулу и по ней приготовьте жидкую карамель. Да. Ну и задание сейчас в академии. А что, если формула будет неправильная? Да, это вам не гири таскать. Ой, это вслух. Ау, все за пудингом в столовую пошли. Клубничным. Кадет Руби, что творите? Ой, я случайно. Сейчас поправлю. Я перепутала. Спокойно. Сначала остановим реакцию лучом-затвердителем. А теперь сделаем карамель. Рой, измельчи немного этой застывшей пены. Сол, взболтай эту колбу. Осталось только залить сахарный сироп. Спасибо. Без вас я бы не справилась. Рада помочь. Итак, третье испытание. Папоротниковый лабиринт. Ну и легкотня. Крутиксы, на помощь! Бежим! Так, а куда это все побежали? А куда? В столовку! За пудингом! Сегодня малиновый! Я в ловушке! Помогите! Почему в этом году вступительные испытания такие сложные? Ничего сложного. Робот превратит папоротники в камни, а Рой разобьет их. А? Зиги! Для Шустрика это слишком сложно. Он уже это делал. Справится. Нет, другая рука! Не левая, правая! Справился. Что? Знаете, что-то мне тоже пудинга захотелось.
вы! Карина, ты провалила испытание. А крутиксы! Крутиксы лишаются звания лучших кадетов! А? Прячьтесь! Так, нам нужен план! Нет времени болтать! Учитесь, крутиксы. Я знаю, что провинилась. Не надо было перекладывать решение своих проблем на других. Но в итоге именно ты всех нас спасла. И за это ты достойна стать кадетом Звездной Академии. А мы... Мы останемся лучшими в рейтинге. Ну, конечно. Минус балл. И уборка всей оранжереи. Я помогу вам. Мы же друзья. Ваше Величество. Тебе удалось проникнуть в Академию? Да, но не только. Еще я втерлась в доверие к крутиксам. Скоро я узнаю все их секреты и найду ядро черной планеты. Ты меня радуешь, Карина. Действуй. Итак, Шустрик, где же ты прячешься? Здесь слишком много кадетов и надоедливых роботов. Наконец-то корм для львопугаев прибыл. Приступайте к разгрузке. Как львопугаев гладить, так все кадеты. А как корм таскать? Только крутиксы. Не у всех кадетов есть суперсилы, Сол. Ха! И не все, у кого они есть, умеют ими пользоваться. Да, Рой? Я бы с твоей суперсилой, блохастой, не по два, а сразу по 10 ящиков таскал. А я бы с твоей суперскоростью все за минуту перенес. Вот это бабахнуло! Шустрик! Сол, Рой! Что с вами? За космической чертой Рубисики с вами, Рой! Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Суперскорость! Ну же, суперскорость! Крутяк! Кажется, Шустрик вас суперсилами поменял! Я теперь чё? Как блохастый? Верни всё обратно! Давай, Шустричек, ты сможешь! Он ещё не умеет контролировать свою силу! А что? Если я перенастрою твой костюм... И тогда мы придумаем, как все исправить. А мы пока приберемся и отнесем фрукты в зоопарк. Погнали! Ай. Ну что, погнал? Учись, конец! Ну что, научил? Ребята,
может, лучше без суперсил? А то мало ли что. Крутиксы, вперед! Все из-за тебя! Трудно было ящики удержать! А вот ты сам возьми и попробуй! О, Карина, привет! И что это с вами? Мы суперсилами поменялись из-за шустрого... Шустрик. И как вам новые суперсилы? А мы ими не пользуемся. Это опасно. Вы же супергерои! Чего вам бояться? Может, вам новые силы больше подходят? Вы ведь даже не пробовали. А если с ними вы стали еще круче? Ладно, удачи, супергерои! Сейчас эти недотёпы устроят погром. И Шустрику придется поменять их обратно. Так я его и вычислю. Сейчас я тебе покажу, что такое настоящая сила. А я тебе, что такое настоящая скорость. Ну что, приберемся по-супергеройски? Не тормози! Тормози! Так, ладно, с уборкой потом. Согласен, там львопуга и некормленные. Ну как мы им это все отнесем? Есть идея. Граждане львопугай, приятного аппетита. Ой. А что? Цветозуб тоже выглядел голодным. Кажется, они друг другу не нравятся. Угроза распространения диких зверей по Академии. Блокируют все двери. Надо как-то вернуть его в оранжерею. И я знаю как. За мной! В оранжерею! Ку-ку! Ну где же ты, клыкашка? Только не говори, что заблудился. Не гавкай под руку. По моим расчетам, оранжерея должна быть... Ну, с этим разобрались. Как они сбежали? А, ну да. Ну вот, когда в следующий раз произойдет выброс энергии, эта батарея ее накопит, и ты сможешь сам ей управлять. А как нам сейчас получить эту энергию, чтобы вернуть Рую и Солу их суперсилы? Обычно это происходит при сильных эмоциях. Например, когда Шустрик пугается. Зиги, только не надо его пугать! А если вызвать у него не отрицательные, а положительные эмоции? Шустричек, попробуй представить Солу и Руя. Они у нас такие хорошие, такие добрые. Мы должны их остановить. Разделяемся. Давайте, разнесите Академию. Приведите ко мне Шустрика.
Это что еще за... Я все исправлю. Надо их заблокировать. Что здесь происходит? Я все исправлю. Я так больше не могу. Я тоже. В лабораторию. Может, его рассмешить? Помнишь, как Рой захрапел, и все подумали, что это землетрясение? Шустрик, пожалуйста, поменяй нас обратно. Как было раньше, хорошо. Он сильный, я быстрый. Каждый должен заниматься тем, что лучше всего умеет. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Моя скорость и моя сила. Может, скажем ему, что сок от этих фруктов не отмывается? Скажем. Часа через два. Иди сюда. Цыпа-цыпа-цыпа. Ваше Величество? Я нашла ядро вашей планеты.